Всем привет, всем доброе утро. Мы уже проснулись, позавтракали. Начинается новая неделя. С новыми силами в бой. Выходные толком не отдохнули. Ну ничего. Купили на выходных Димке курточку на осень. Сейчас я вам... Покажи новую курточку. Видите, на улице 29, дома 28 градусов. А мы ходим в новой курточке. Дим. Ну покажись. Нет. Не могу с него снять эту курточку. Одел даже капюшон. Видите, какой. Так, девочки, сейчас я быстро приведу себя в порядок. Пока Соня спит, и мы собираемся гулять. Значит, перед макияжем немножко нанесу сыворотки. Это сыворотка мгновенного действия. Я буду без зеркала, буду смотреть в камеру. Все, она моментально впитывается. Очень быстро. Так, теперь тональный. Буквально чуть-чуть сделать тон, такой макияж. Быстрый, повседневный, такой, знаете, как я говорю. Макияж мамы двоих детей, чтобы быстро привести себя в нормальный вид, человеческий, да? Надо вот так вот по-быстрому, пока дети дают, надо быстро привести себя в нормальный вид на весь день. Тональный крем у меня от Maybelline в оттенке 06, светло-бежевый такой вот. Он такой легкий-легкий. Особо он и не замазывает. Веснушки мои не перекрывает. Вот. Тут чуть-чуть надо. Сюда вот. Всяких консилеров. Вот еще под глазки немножко нанести. Так. Все. Пудра я не буду пудриться. Ресницы у меня еще немножко осталось, моих нарощенных ресниц. Больше делать я не буду, лето заканчивается. Я делала буквально на море бровки. Хотела сделать на прошлой неделе, по-моему. Мастер, который у меня делает, ее не было. А к другой я не хочу идти. И по времени мне не получалось тоже. Так. Чуть-чуть буквально. Бровки. Гель для бровей у меня от Faberlic. Уже почти закончился. Ну, такой, я вам скажу, не особо стойкий. Целый день у меня он не держится. То есть, если приходится подправлять. Так. Все. Рассыпчатая пудра. Такая вот здесь. Мне осталось чуть-чуть. Ну, это не пудра, это вот. Буквально чуть-чуть. Видите? И растушевываю скулы немножко. И контовочку такую делаем, контурируем лоб себе, чуть-чуть буквально. Такое.
буквально капелюшечку маленькую румян. Все. Растушевываем быстренько. В таком темпе. Потому что вон уже идет мой помощник. Нету настроения. Нет. Ну вот, видите, быстро, буквально за 5 минут все готово. Сейчас я покажу. На свету. Вот такой вот быстрый, легкий. Нарощенные ресницы, это, конечно, вообще красота. Не надо, положи. Это очень быстро. Не надо краситься, это каждое утро уже в порядке. А я не крашу, Ты же мальчик. Вот, поэтому... У кого есть возможность, конечно, наращивать, но для меня это непозволительная роскошь лежать 2 часа, 2,5 на наращивание. Это, конечно, чересчур. Так что вот так вот. Макияж готов. Все. Начинаем на улицу погулять немножко, на площадку. Тут тенечек, так хорошо. Сходили в магазин, купили хлебушка. В общем, гуляем. Площадка у нас, конечно, ужас. У нас нет ни одной нормальной площадки. Все грязное, все порисовано. Посмотрите. Не знаю, детских площадки это вообще целая беда. Песочница, все такое грязное какое-то. Дим, тебе нравится? Не очень, да? Ну, песок только чистый. Песок чистый, вот новый завезли. Детку можно будет погулять немного. Мы уже пришли с улицы. Сейчас будем кушать. Я кушаю борщик. Дима аккуратно. Дима кушает перчик. Так что всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Мы занимаемся. Разукрашиваем. Стараемся разукрашивать, мама, не выходя за линии. Еще. Молодец, давай еще одну. Еще одну? Да. Аккуратненько, не выходя. Наконец-то научился разукрашивать аккуратно. Потому что это вообще не получалось. Девчонки наши. Мишель, как обычно, игрушки забирает у Димки. И Соньку положила на коврик. Тоже начала уже игрушки ручками доставать. Сегодня опять не поспали. Ой, дурдом. Вы знаете, когда дети спят, на самом деле это очень хорошо. Так, мы сейчас с Димкой опять покушали, чай попили с булочкой, перекусили. У нас такой полдник. Вот сейчас у меня осталась куча посуды. Сейчас хочу все это дело кое-что помыть, кое-что в посудомойку. Надо убрать со столешниц. Видите, грязь какая. Ой, ненавижу эту грязь. Вот. И еще нужно помыть сковородку. Расскажите мне, какие сковородки можно мыть в посудомойке? Потому что вот я, которые покупаю, их нельзя мыть в посудомойке. Это целая прям проблема, если честно, потому что сковородки в основном жирные, и хочется просто все это бросить в посудомойку и уйти. А приходится все мы делать руками. Вот. На ужин у нас сегодня будет, наверное, борщ будем доедать. Еще немножко перчика осталось, а завтра уже что-то будем готовить. Не знаю. Что будем готовить, Дим? Диме главное, чтобы были блинчики дома. Или оладушки, да? Так что мы скоро собираемся, пойдем, наверное, на прогулку, да? Куда? Пойдем погуляем воздухом, подышим свежим. Куда? С детками. Папа наш такой вкусный ужин приготовил. Мяско, зелень. Сейчас я помою овощи и будем ужинать. Ужинали. А сейчас буду загружать посудомойку. Что ты ищешь, Дим? На. Наш поросенок. На этом буду с вами прощаться. Всем до завтра. Всем пока-пока. Скажи, ставьте пальчики вверх. Пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Пока-пока. До завтра всем.